люблю Киев за то, что тут всегда есть чем заняться и особо никуда далеко ходить не надо. Например, у нас под домом есть прикольная канатная дорога, куда мы сейчас идем. Это моя жена Джульетта. И сейчас мы там будем ползать, веселиться и выживать. А еще я сделал себе такой двойной челлендж, потому что у меня нет никакой экшн-камеры. Есть только этот у меня огроменный Canon, и я попробую снимать все на него, находясь прямо на канатной дороге. Давайте посмотрим, что получилось. Сейчас будет инструктаж. Опа. И первое препятствие. Давайте, молодец. Поднялись где-то на метров на 5. Получается? Да. Дальше идем по этому тросу, и тут нас встречает какая-то... Что это? Как это проходить? Молодец. Вообще на изи. Тяжело было? Да. А теперь нам по вот этому вот канату лететь аж вон куда-то вон туда. Это очень стрёмно на самом деле. Там еще мужик какой-то ходит снизу. Хоть бы не упасть на него. Ну все правильно вроде? Погнали. Блин, это было очень стрёмно. Долго и стрёмно. Сейчас будет Джульетта ехать, сейчас буду её снимать. О, держусь, держу. Yes. Молодцы. Я это прошла. Я, когда ехал, руку выставил, репетировал, как будто у меня камера в руке, чтобы попробовать в будущих пролетах. А сейчас я попробую пролететь. Над гнездом кукушки. И снимать одновременно. Хорошо иду. Ой, хорошо. А дальше нас ждут вот такие вот качели. Они выглядят несложно, но в прошлом году в первый раз катались. Я помню, что вот эта штука достаточно была тяжелая, по-моему. Это пока что самое тяжелое из всего, что было. Вот эти вот вонючие качели. Получается? Вроде бы. У тебя такая бицуха. А еще прикольно, что вот эти качели расположены четко над пешеходной дорожкой. И когда я проходил, люди, когда проходили подо мной, пытались пройти поскорее, чтобы я на них не упал и не раздавил их чертям собачьим. Вот так. Вот так. И молодец. Лапочка. Есть. Фу. Дефиле. А что ты скажешь про это? Что это вообще такое? Как можно было такое придумать? Уселась. Я сломала эту систему. Сначала она меня сломала, потом я ее. Я дошел, не скажу, что прям офигенно. Скорее, вообще неправильно дошел. Но дошел. Теперь Джульетта. Вот эти выступы снизу для ног, они вообще не, как бы не острые. У них ноги соскальзывают. Поэтому мы шли вот так вот по тросу. Сверху уже да, можно хвататься кое-где. Вот как Джульетта это делает, молодец. Скалолазка моя. Но вообще это, конечно, нелегко. Пока Джульетта крадется, рекомендую подписаться на наши инстаграмы. Вот так вот можно найти меня, мой инстаграм, да и ничего. Ну вот так вот же можно найти инстаграм Джульетты. Джульетта Чу. Все ссылки будут также в описании. Нужно достать вот эту вот страховку сюда повесить. Потом вешаем вот этот вот ролик. Потом цепляем страховку вот так вот. И держимся за вот эту вот штуку.
Офигенчик. Потом, значит, на другой стороне мы вот так вот делаем. Снимаем ролик. Вешаем вот здесь вот, вот такую вот петлю на пояс. Потом страховку проводим по тросу. И все, готовы идти дальше. Давай! Испугалась, что тебя развернула? Ну, я потом старалась развернуться обратно. Ага. Чтобы видеть все. Ну да, но стрёмно, конечно, когда ты не понимаешь, куда ты летишь. Чуть-чуть развернула в воздухе. Не получилось красоту снять. Но сейчас джилетку буду снимать. Вот там вот сзади самая первая база, на которой мы приплыли, прилетели. И сейчас будет самый длинный пролет. Серый трос ведет куда-то вот туда. Я пошел. Давай. Вот это было стрёмно, потому что ты летишь по этому канату и до конца не понимаешь, куда ты летишь. А ты прилетаешь вот в эту сетку паутинную, просто врезаешься в нее и потом с нее вот так вот спускаешься вот сюда. Сейчас будем ловить Джульетту. Давай! Все хорошо. Джульетка не успела схватиться, сейчас доедет до серединки и по канатику доедет обратно. Вон она, малышка. Катается. Молодец. Стрёмно? Ну так, она просто закручивает сильно, когда отлетела обратно. Ага. Потеряла ориентацию в пространстве. Спасибо, что уточнил. Ну все, мы официально прошли первую дорожку. Вот там уже спуск вниз на землю. Попробуем спуститься. Родная земля. Где-то там Джульетта крадется. Дядя! Стой, тетя Ваня! Я смог поменять карточку на камере, чтобы сказать спасибо, что посмотрели. Вот, если понравилось, пишите в комментариях, понравилось. Если не понравилось, пишите в комментариях. Ну, такое. Ставьте лайки, это помогает развитию этого канала. Если хотите посмотреть прошлое видео, нажмите вот сюда. Если хотите подписаться, нажмите вот сюда. Все, друзья, до новых встреч. Мы пойдем домой.